Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. И сегодня мы будем что-то творить аморальное с этим Роллс-Ройсом. Так что желаю тебе приятного просмотра. Готов что-то покушать? Присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Собственно, эту идею как бы, как так сказать, я нигде, не, вообще нигде не посмотрел. Придумал сам, не поверите, сам, ладно, шутка. Конечно же, это посмотрел у Булыча, что-то захотел реализовать в Нанрейдже, собственно. Ну, как бы, мне очень скучно стало ездить на вот... Чё меня так дергает, а? Мне стало очень скучно, вот, ездить на таком вот стоковом Роллс-Ройсе, надо немножечко там его, немножечко подкрасить в другой цвет. Возможно, другие диски, вот. Поэтому мы снимем один лям. Садись. Вот, в принципе, аморально мы уже выбили, как бы, стекло, вот. А что мы будем сегодня делать, да? Перед началом данного ролика хотел сказать, что... Вот это повезло. Также перед началом ролика хотел сказать, что на данном сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Что-то я думал, у меня что очень тихо работает GTA, она работает как бы not bad. В принципе, мы едем сейчас в ваш ПЦ, вот здесь. Я не знаю, что мы сделаем, но цвет, как бы мы уже определились, это будет розовый. Но диски, здесь же долларов нету, чтобы прям один в один в копии сделать. Но там есть как бы вездеходные, это как бы тоже особо не адекватно. Но там есть и диски на Rolls-Royce, но это уже получается не аморал, а уже адекватность, вот. Если можно было бы здесь сделать какой-то неадекватный тюнинг, то и спойлер можно прицепить сюда, рамку поменять, цвет тонировки, цвет дисков, это было бы еще лучше, намного лучше. Я буду менять только крайний цвет центра, я буду оставлять серый, так и как и у Булкина, собственно. Винила, кстати, тоже никакого нет. Сколько? 1,5 ляма краска стоит, офигеть. А, в принципе, бля, он офигенный, да? Прям неплохо. А, в принципе, сейчас бы надо еще розовый цвет. Основной цвет кузова, давайте его покрасим в розовый. Но это прям ярко, хотя это же аморал, должен быть яркий автомобиль. Или, блин, цвет, мне кажется, тонет тут. Хотя этот, вот это прям розовый, прям Барби. Я думаю, это то, что надо. Материал по окраску, вот это все не буду. 90 тысяч, в принципе, уходит. Смотрится, кстати, неплохо. Колесные диски, да? 500 тысяч, ёб***. Вот. Ах, сейчас я такую херню сейчас сделаю, а? Ну, это же максимально аморально, согласен. Ну, что, сука, 440 тысяч, это пиздец? Я думаю, что да. Бля, что я делал? Я надеюсь, на этом ролике наберется прям очень хорошо активности, что я не всрал даром 530 тысяч. Давай. Да, нет. Ну, пообещал. Блин, долларов нету, обидно. Я поставил. Все, пацаны, за это вот сразу опускаетесь вниз ролика, сразу ставите лайкос и подписывайтесь на канал. А то 80% смотрят без подписки, там даже 88%. Это же капец, смотрите, как я заморачиваюсь. Я 500 тысяч только что на ровном месте всрал, чтобы вот чисто видос записать. И то хз, он залетит или нет. Собственно, пацаны, мы уже заспамились. Давайте достанем этот Rolls-Royce. А, да, мне еще погрузится, у меня же комп, как говорят, у меня мощный. Это смотрится офигенно. Офигенно. Давайте сейчас будем ездить, собирать реакции вообще пацанов, что они скажут этот Rolls-Royce. Давайте заедем на ЭКХ, услышим, что нам скажут по поводу Rolls-Royce. Так, ну короче, пока что никто ничего не замечает. Ну как бы розовый Rolls-Royce на вездеходных дисках, типа ультра-танк, не, ничего. О, кто-то подбежал. Нихуя себе, блядь. О, пальцем тыкает. Пацаны, еще больше аморальности можно добавить, если бёрнаут сделать. Как у Булкина, смотрите. Нет, не как у Булкина. Какой-то опять. Я думал, смотрю, как у Булкина такой этот. ГОСТ, а это не... Саша, у тебя диски нарвался. Классно, да? А что за диски вообще нарвался? Охуенно. От чего они стоят? От джипа. Это что, типа внедорожник? Чё, говоришь? Типа, да. Не продаю. Нормально. Охренеть. Что-то, пацаны, реакции не особо прям такие.
Андреально, я копейка бронированная пацанов больше заводит, чем мой Rolls-Royce на вездеходных дисках. О, давайте Каброса спросим. Чё говоришь? Давай диски, говорю, такое у тебя, конечно. Не по стилю вообще. У тебя тоже, в принципе, ну, блядь, не очень подходит. Мне кажется, одно целое вообще. Наверное. Прям что-то мой Rolls не удивил их, но мы, конечно же, в конце серии заедем, потому что там очень мало людей было. Я все-таки жду того самого человека, в который подойдет такой: «Вай, ты еще посмотри, какой Rolls-Royce, на каких дисках? Да ты че?» А сейчас мы направляемся, в принципе, к чиповочке. Поставим сюда дрифт-чип. И едем на сходку, там, где дрифтят пацаны на сливах, именно в порт. Должны быть пацаны, время уже подходящее. Так, пацаны, ставим чип от Сильви, успешно применен. Вот, я уже чувствую какую-то тяжесть. Ой, капец, она колбаса тяжелая, ё-моё. Короче, пацаны, это чип капец, какой тяжелый этот Rolls. Я ничего не смог настроить, но, в принципе, как-то легенько. Хотя, вообще, легенько он вообще не идет. Давайте возле пацанов... Боком, боком. Вот это пацан сейчас на гелике просто всю свою жизнь увидел, отвечаю. Вот это диски. Кайф, да? Ну, сука, вообще обрал, огонь. Блядь. Говорю, что диски у тебя какие-то некрасивые. Ну, блядь, что есть, то есть. Ну, у тебя вот вообще топовый, я смотрю. Ну, заработаешься, поднимешься, купишь такие же. Базара нет. А че, а че с дисками-то? Ну, у тебя номера что-то не тебе какие. А че с дисками-то? А че с дисками? Нормальные диски. Да. Чисто топ для Rolls, короче. Бля, ну ты поиздевался, конечно, один пиздец. Не то, парни, у вас, не то, прям. Не чувствуете вот эту грань просто вкуса, отвечаю. Че, типа Rolls-Royce нормального человека и Rolls-Royce курильщика, да? Да-да-да. Ебать, колхозе, вот это я такое люблю, кстати. Я просто нажимаю тапку в пол. Вот он так медленно ускоряется. Теперь смотрите, что если я делаю бюрнаут, то есть нажимаю тормоз и газ. Он ускоряется намного-намного быстрее. Не понимаю, в чем прикол. Смотрите, уже сколько разогнался. Смотри, смотри, смотри. Это я тормоз и газ жму. Тормоз и газ. Уже 180 еду. Офигеть, пристегнуться. Что за цвет? Офигенный. А, поясни за цвет. Балдёжный цвет. А чё с катками, слышь? Не, у тебя в жизни вообще всё хорошо, да? Ну да. А, понял. Эван, не, ну это стиль, стиль. Спасибо, братан. Единственный, кстати, кто оценил вообще. Шкила за цвет пояснить просит. Понимаю, вот реально понимаю. Пацаны, как могу? Смотри, назад, потом вперед резко. И смотри, 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 суету наложу. Ай-яй-яй. Эвен, ну это колхоз. Да у тебя просто вкуса нет, братан. Гучи флип флап, фак и хичи пичи мяса. Нормальный цвет у него, что доебались, блядь. О, поддерживаю. А ты на колеса пока посмотри. Особенно на них. Пацаны, сейчас кинет. О май бог. Мазера тоже. Ну и чё, могу себе позволить. Просто все-таки колесики все-таки хорошо, что я поставил, потому что за цвет это респект, а за колеса это у половины просто башку сносит. Ивен, здорово. Здорово. Еще один владелец Rolls-Royce. Это сколько вас здесь катается? Кстати, тоже еще такой розовый, такой темно-розовый отлив. Красивый. Ты, короче, тоже на стиле, да? Да. Только ты что-то с колесами, походу, перебор. Да не, мне кажется, самое то. Ты, короче, чисто в горы, да, на нем. В горы и в дрифт. Говорю, посоветовал бы поставить тебе эти диски. Не-не, у меня, посмотри, Rolls-ские бомбовые. Да ничего, я сейчас колпаки себе тоже Rolls-Royce закину и будет норм. По-моему, почти 600, короче, они вот эти стоят. Ну вот эти 540. Сэкономил. Продаешь? Дорого-богато. Мне другой нравится, нет, а который понял, джип. И просто хейтит мне, говорят, что диски не подходят. Я говорю, что подходят. Заебись, все. Когда на такой тачке, там все подходит, блядь. Если ты даже тазик вместо дисков у тебя будут, блядь, тоже будет заебись. Ну, хоть один понимающий человек. Сальный Санс Диско, Сильный Сан-Франциско. Ебать, ты смотришь этого Булкина, чел? Эвен, ты Булкина смотришь? Что когда видос? Вообще без понятия, кто это такой. А чё розовый? Только у Булкина розовый. Не, у Булкина неона нет.
Отвечаю. Да я понял, понял, да. У него диски не такие офигенные, как у меня. Понял. О, нихера у тебя диски. Это вообще заметил, нормальные. Как у меня на Иви. Ну да. Я с нее и снял, в принципе. Короче, это, Rolls-Royce, дай прокатиться, ёпта. Ну на. Не... От души, ёпта, лысый, прыгай. Покатаем. Димон, погоди, ща, поедем. Мне диски нравятся, пиздец. Открывай. Rolls-Royce поплыл. Чё там? Чё ты, блядь, беда? Подожди. Ща, подожди, дай, он сядет. Бля, диски кайфовые. Да ты чё гонишь, ёпта, у меня F10, до 300 едет, чем твой этот Rolls-Royce. Это чистый комфорт, и выебоны. Слышишь, лысый, чё заметил? Диски как у меня, ебать. У него Rolls-Royce Off-Road, ёпта. Ну, ты же дурак такой, сейчас заметил. Всё, давайте, блядь, я погнал. Не, вот ты дебил, блядь. Чё, блин, она такая медленная, сам ты. Я думал, его сейчас посадят. Нормально, нормально, тема. Ланский, ты дурак, что ли? Ты чё, больной? Ты чё такие диски поставил? Нормальные диски, чё? Диски, это ж чёткие, холодильник, уважение. Чё, тут нормальные диски нужны. Это ж тебе не Rolls-Royce, это холодильник. Это же самодельный Rolls-Royce, ты чё, не видел? Блин, ну этот... Ты не заколхозил его вообще ни разу. Ты чё, даже у лысого такого нет. О, сейчас подъедет, смотри. Давай заедемся, нищий. Чё за суета? Чё, понравился? Чё, они что-то против Rolls-Royce имеют? Не, вот это колхоз, вот это колхоз, вообще я считаю. На 10 тысяч поставимся, давай, на зелёный. Розовый симпатично выглядит. Ща он тебя дёрнет только так. Блин, а не он тоже балдёжный. Лысого ставлю то, что он тебя выиграет. Rolls можно сдать, но Ниву никогда. Вообще, даже Нива Тревел, пацаны. Нельзя грех такой. Да, смотри, какая пушка. Реально, розовый кулинан, это идея для серии. В натуре, блядь, розовый надо делать. Давай розовый, реально. Тапочки, я их еще сразу заметил, это вообще, блядь, это... Бля, что за тапочки такие? Я кайфую. Я только когда глаза... Балдежно вообще. Ну, мне очень нравится. Вот я просто смотрю на Ниву и Роллс, это, блядь, кайф. Поехал я, это, таксовать. Эван, ёпта, лысый где? Кстати, в дурке. Говорю, куда газуем? А, куда кайф? От такой-то тачки, ё-моё. Куда угодно. Не, я считаю, ты самые удачные диски подобрал. Я тоже так считаю. Не, я считаю, не он тоже в тему подобрал. Салам алейкум. Ля, шо по движку? Ща выйдем. Давай капот смотреть будем. Залива вообще все закрывай. Это не жилет, очень жестко. Не, ну Rolls прям выделяется, отвечаю. Че, Rolls-Royce на удочку словишь? Я думаю, порог не поменял. Типа норм. Проходим. Да не. Нормально все. Ну, в принципе, на этом все. Ролик закончен. Как же мне не хотелось его заканчивать, но вынужден, ведь завтра должен выйти этот видос. Такой он вон вышел, такие вот мы реакции увидели. Также я уверен, что очень много людей оценили мой Rolls. Некоторые сказали свое мнение в микрофон, некоторые не написали, некоторые ничего не сказали, некоторые подумали, блин, что за идиот поставил вездеходные диски с Нивы чисто на Rolls. А ведь не все здесь такие подорванные, есть и стесняшки, конечно же, вот. Я надеюсь, я вам хоть немножечко поднял настроение. Хотелось попросить поставьте лайкос данному видеоролику, ведь я очень много потратил, чтобы именно сделать вот такой вот Rolls-Royce. Также, если вы видели меня на сервере на этом Rolls-е, спускаемся в комментарии, отмечаемся, пацаны. А кто не видел, вообще напишите, что вы об этом думаете, будет очень интересно почитать, вот. Ну, а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.